Тот год осенняя погода стояла долго на дворе. Зимы ждала, ждала природа. Снег выпал только в январе. В далеком 19 веке у Пушкина было так, а вот в 2016 году зима пришла уже в начале ноября. По прогнозам синоптиков, нас ожидает двухдневный снегопад. За это время может выпасть до 45% месячной нормы осадков. Как видновчане приняли столь ранний визит зимы и все ли согласны с утверждением, что у природы нет плохой погоды? Если Пушкину нравилось что? Осень. Осень, да. А мне зима нравится. Ужасно. Честно, да потому что хочу осень хорошую. Как раньше была осень-то, золотая. Снег, классно, мне нравится зима. Нормальная погода для ноября, мне кажется, это хорошо. Лучше, чем, ну, слякоть небольшая, но ничего страшного, мне кажется. Очень плохо отношусь к зиме, особенно к такой ранней. Во-первых, не морозно, а сыро, неуютно. Если будет морозец, не будет луж, то это будет хорошо. Будет идти снег, а не дождь. Вот что хорошо. В 41-м году, я помню, мороз был. Трещало все. И щеки, и ноги все ходили. А это слабенький. Чего бояться-то? Тем более мы закаленные. 82 года, а мы еще прыгаем. Зима – это хорошо. Но вот еще проблем бы, как бы чистили бы. Еще бы лучше было бы. Это не от зимы зависит, что не почищено. Это от коммунальной службы. Так что это... Бывает опять все. Вообще я ждал в декабре зиму, а пришла рано. Приходит дети убирать его, чтобы было красиво все было. Я обожаю такую зиму. Это просто шикарно, особенно когда едешь на машине, все это падает. Мне нравится. Никакого дискомфорта? Никакого абсолютно. Всем привет.